Здорово, народ, с вами Варчик. Я вам покажу, как прыгать 100% в окно. Если у вас это получается через раз, либо же вообще проблемы с этим, открываем настройки, управление, ищем строчку прыжок и делаем, как у меня на видео показано. То есть нужно напротив прыжка во втором квадратике сделать комбинацию Shift пробел и сохранить. И также ниже есть еще под прыжком приседание, и там нужно сделать то же самое. Но игра нам не даст этого сделать, поскольку одинаковые комбинации не сохраняются. Поэтому во время того, как вы в строчке приседания будете делать Shift пробел, не отжимайте Shift пробел, сразу нажимайте применить, либо ОК, либо просто класните куда-то на менюшку, и оно сохранится. После этого, чтобы прыгнуть в окно, вам нужно будет бежать просто вперед на W, держать Shift, чтобы бежать быстро, и просто нажать пробел, прыжок. И вы спокойно запрыгнете в окно. Пропадет самый главный элемент, с которым у всех трудности. Если ничего в настройках не менять, то чтобы запрыгнуть в окно, нужно бежать вперед, нажимать Shift и одновременно нажать прыжок с приседанием. Самый трудный элемент, я так понял, у всех, это прыжок с приседанием, нажать одновременно. А у некоторых даже клавиатура либо имеет плохой пробел, который уже раздолбан, либо у некоторых еще такая беда была, что клавиатура не засчитывает одновременно прыжок с приседанием. Также учитывайте, что расстояние до окна должно быть вменяемое, не сильно близко и не сильно далеко. С вами был Варчик, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Если вас этот вариант прыжка в окно не устраивает, вы в любой момент можете в настройках игры его убрать. Пока!